Жила-была чернильная ручка. В один прекрасный вечер ее взяли в руки и что-то начинали писать на бумаге. Ручка не была любопытная, ей было все равно, для чего ее используют, но если бы не капли слез, упавших на бумагу, она бы так и не поинтересовалась о том, в чем же, собственно говоря, дело. А дело было вот в чем: кто-то писал нежные и трогательные письма о любви, но то ли из-за страха или неуверенности никак не мог отправить эти письма адресату. Что-то не давало человеку признаться в своих искренних чувствах. И тогда ручка решила, что сама тайком напишет на конверте адрес возлюбленного человека. Когда адресат получил и прочитал письмо, он, окрыленный такими словами, прибежал к тому, кто писал эти письма, и тоже признался ему в любви. Но несмотря на все старания чернильной ручки, эти люди так и не смогли быть вместе. Как такое может быть? Ведь они так любили друг друга. Ведь человек писал такие чувственные письма. Почему они не вместе? Терялась в догадках чернильная ручка. Мораль, к сожалению, бывает так, что кому-то больше нравится страдать, нежели любить. И когда любовь случается, отсутствие тех ярких страдальческих чувств разрушает отношения. Вывод: прежде чем кого-то любить, разберитесь в себе, что вы больше всего хотите в отношениях, любить или страдать.